установил Dota 2, будь готов. Будь готов к тому, что эта игра будет отнимать немало времени. Ибо в среднем игра длится 50-60 минут, а турбо-игра от 20 до 30. Dota 2 создана, чтобы мериться, ибо там столько разных рейтингов, от рейтинга побед в играх до простых побед в игре. Если ты уже готов тратить свое время на игру, то будь готов потратить и свои нервы. Ибо игровое комьюнити на 90% состоит из неадекватов и агрошкольников, из-за которых ты будешь очень тратить много нервов. Ибо Dota 2 командная игра, и если один из игроков начинает творить дичь, проблемы будут у всех. И из-за этого у тебя будет дико гореть. Будь готов. Будь готов к тому, что тебя будут оскорблять, или ты будешь вынужден делать это. Будь готов к тому, что Dota 2 как наркотик, ибо после победы ты будешь испытывать очень крутое ощущение, а из-за проигрыша очень плохое. И поэтому, испытывая крутые эмоции, тебе будет хотеться вернуться вновь и вновь. И бросить игру будет уже очень сложно. Будь готов к этому, установив Dota 2. Будь готов.